Всем привет! С сегодняшнего видео я начну делать чайный сервиз из оригами модулей. А конкретно в этом видео я покажу, как делать блюдца и чашечки. Начнем с блюдца. Для одного блюдца нам понадобится 148 модулей. Я делила лист А4 на 32 части. Блюдечек будет 5 штук. Итого нам нужно будет 740 вот таких вот маленьких модулей. Для одного блюдца, повторюсь, нужно 148 модулей. Начинаем. Берем 4 модуля сначала. Длинным вот таким вот уголочком на себя. В общем, все модули будут складываться только вот таким длинным уголочком. Скрепляем эти два модуля таким вот образом. В первом ряду у нас будет всего 4 модуля. Так. И теперь эти первый ряд 4 модулей мы скрепляем еще такими же 4 модулями. Мы скрепили второй ряд 4 модуля, но мы будем сейчас добавлять еще 4 модуля. Основа такая, вот такой вот крестик в нашем блюдечке. Значит, следующий ряд будет таким. Нам нужно будет между двух модулей, между вот этих двух модулей, ставить просто вот так один модуль. Держим и скрепляем тоже длинным уголочком вперед вот эти два уголочка. Тут скрепили и тут скрепили. Так, дальше опять берем модуль и вкладываем между двух модулей вот сюда, сложили, скрепили и этот край тоже скрепили. Дальше мы вкладываем опять модуль сюда, просто вкладываем и держим и опять скрепляем другим модулем. И эти уголочки тоже скрепляем. Сюда осталось вложить еще один модуль в этом ряду и также его скрепить. Этот ряд у нас закончился. Получилось у нас здесь 8 модулей. 4 и 4. Теперь мы сверху этих модулей опять их просто скрепляем опять тоже 8 модулями. Ничего никуда не вкладываем, просто скрепляем их за уголочки от разных модулей, как показано на видео. Просто скрепить нужно нам их. Так, вот мы скрепили. Теперь нужно нам добавить еще 8 модулей сюда, таким же способом, как мы добавляли в начале. Между двух модулей вкладываем просто один модуль и закрепляем их уголочки. Опять вкладываем сюда модуль и скрепляем.
опять также вкладываем. И последний в этом ряду модуль скрепляем. Получилось здесь уже 16 у нас модулей. 16 модулей. Мы эти 16 модулей опять скрепляем просто так, ничего никуда не вкладывая, просто скрепляем модулями. Получилось 16 модулей в нашем этом ряду. Теперь между ними нужно вложить еще 16 модулей, как и в предыдущие разы. Вкладываем таким вот образом и закрепляем. И следующий ряд у нас будет тоже состоять из 32 модулей. Просто сверху ничего никуда не добавляем, насаживаем модули. Это будет наш последний ряд нашего блюдца. Вот, получилось вот такое блюдце. А теперь приступим к изготовлению чашечки.
Вот, блюдце мы собрали, теперь будем собирать чашечку. Чашечка тоже будет состоять из таких же маленьких модулей, что и блюдце. То есть лист А4 мы делим на 32 части, делаем 32 модуля, и делаем из них модули. На одну чашку у нас идет 204 модуля, у нас будет 5 чашечек, так что нам нужно 1020 модулей. Значит, начинаем собирать чашечку. Основа состоит у нас из трех рядов по 16 штучек. Значит, начинаем собирать так. Длинным носиком вперед, а закрепляем мы коротеньким носиком. Итак, делаем основу. Теперь это нужно закрепить в колечко. Вот. Такая вот основа должна получиться. Теперь эту основу мы выворачиваем краями, острыми краями вверх. Должно получиться вот так вот. Снизу такой цветочек. Отсюда будем насаживать наши остальные все модули. У нас тут три ряда по 16 модулей. Четвертый ряд будет тоже 16 модулей. Итак, четвертый ряд 16 модулей. Таким вот образом, как показано на видео, насаживаем модуль на два уголочка от разных модулей. Вот у нас два разных модуля. Мы берем крайние их уголочки и скрепляем другим модулем. Хорошенько прижимаем
и стараемся, чтобы поделка тоже была, руками придерживаем ее внутрь, чтобы она не распадалась в разные стороны. Итак, следующий ряд, пятый будет у нас ряд, 20 штук нужно. Нужно нам добавить модули, а это делается, сейчас покажу как. Так, первый модуль пятого ряда мы насаживаем, как обычно, на кончики разных модулей. Это будет первый модуль. Второй мы тоже, как обычно, его надеваем. Два, три. Третий тоже. Четвертый модуль мы насаживаем на один уголочек нашего модуля. Четвертый. Вот один получается как бы свободный у нас уголочек. Вот так вот, таким образом. Четвертый мы насаживаем модуль, и пятый насаживаем точно так же на другой уголочек. Вот. Один как бы свободный. Далее опять три модуля. Надеваем раз, как обычно. Стоп. Не так. Вот на эти. Раз. Два, три, опять четвертый, пятый, свободный край, чтоб был внутри, четвертый и пятый. Дальше тоже три, раз, как обычно. Два, три, и опять четвертый, пятый у нас будет свободным краем внутрь, четвертый, пятый, опять три, как обычно, раз, два. И раз, два, и третий, четвертый получается, тоже мы насаживаем свободный край, чтобы оставался. Вот, мы добавили сюда уголочков немного. Здесь 20 теперь у нас модулей. И это пятый ряд. Из пятого по одиннадцатый мы насаживаем по 20 модулей. Это будет наша полноценная уже потом чашечка. Все, будем насаживать, как обычно, по 20 модулей. И пытаемся поделку постоянно держать, чтобы она не распадалась у нас вширь. Наоборот, ее внутрь как бы складывать. Это шестой ряд. Их всего 11. Продолжаем. Вот. Получается вот такая вот чашечка. Для того, чтобы сделать ручку к этой чашке, нам нужно листик А4 разделить на 64 части и сделать маленькие модули. Вот, я уже сделала ручку. Сформировать ручечку
подходящую, чтобы было подходило, чтобы к чашечке, и приклеить. Я модули вот эти вот в ручке тоже приклеила, я их в один вставила и капнула вот сюда вот каждый модуль, под каждый модуль вот туда вот внутрь капнула обычный канцелярский клей жидкий, налила в баночку, где были капли, и капнула туда. Немножко они подсохли у меня, эти капельки, и теперь нужно приклеить эту ручку к нашей чашке точно таким же способом, капнув туда клея, и подержать несколько минут, оно все приклеится. Ну, в общем, вот такая вот чашечка у нас получилась. Их нужно сделать 5 штук. Вот я приклеила ручку. Все хорошо держится. Вот такая вот у нас чашечка получилась. И вот такое блюдечко получилось. Можно чашечку приклеить к блюдечку, либо оставить так, как есть. Вот такие вот 5 чашечек и 5 блюдец у меня получились для нашего будущего сервиза. Кстати, на одну ручку для чашки у меня ушло 11 маленьких, самых маленьких модулей. Соответственно, на все 5 чашечек нужно, на 5 ручек нужно 55 модулей. Информация о количестве, сколько модулей уходит на одну чашку, на одно изделие и на все 5 изделий, будет в описании под видео. Ну, в следующем видео буду собирать сахарницу для нашего чайного сервиза. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся видео в соцсетях. Всем пока!